Девочки, сегодня и сейчас тот самый момент, когда мы будем выбирать принцессу сегодняшнего вечера. Потому что королева у нас уже есть, это наша невеста. Вы сегодня будете соревноваться. Давайте вот так в ряд встанем, чтобы все нас видели. Вот так. Вы все, наверное, пользователи каких-то гаджетов, компьютеров, планшетов и так далее. Сможете ли вы мне назвать одну из самых популярных игр? Angry Birds. Молодцы. Цель Angry Birds? Убивать птичек. Ну, не совсем, конечно. Ты в другой Angry Birds. Убивать свиней птичками. А каждая птичка, которая летает, она издает звук. Правильно? Правильно. Сейчас у нас задача в несколько этапов стать не птичкой, стать принцессой. Первый этап – это нужно повторить звук, который мы услышим в колонках. Это звук той самой птички, которая летает. Ты знаешь игру Angry Birds? Знаешь, как птички там кричат? Да. Сможешь повторить? Да. Ты на все отвечаешь мне, да? Я красивый? Да. Отлично. Вот, ребята тебе подсказывают, у нас все есть. У нас тоже все есть. Слушаем, да? Слушаем звук и повторяем. Поехали. Подожди, я познакомлюсь с тобой. Как зовут тебя? Алена. Алена, меня Коля зовут. Как ты красивая. Услышал? Это не я был. Сможешь повторить? Да. Ну, я уверен, если бы эта птичка столько же на свадьбе тусовалась бы, она бы так же, как и ты сказала. Абсолютно. Поехали убийца птичек. Почему ты мне это делаешь, как будто я тебя заставил это делать? А, я ведущий, спасибо. Давай еще раз. Почти похоже, почти. Готово? Серьезно. Серьезно. Поехали. Почти правильно. Поехали. Серьезно. Это серьезное мероприятие вообще. Это вам. Что, пропало серьезно? Не, это требует на бис, да, по-моему? Да давай! Вдохнули. Послушали птичку. Все привыкли по утрам синичий красиво слышать, да? Вы сейчас разговариваете с ним, да? Какой-то у вас диалог происходит. Поехали дальше. Ого, подожди, я не понял, это ты была или нет? Давай еще раз. Нет, это он не с тобой, ты не смотрел на тебя. Это не его язык, это птичка. А ты во время
этого какое-то слово говорили? Какое? Поздравляю, Клариш. Давай, типа, на птичьем языке, вот жених невеста, давай, как вот ты птичка и поздравляешь. Вот они, смотри. Мы послушаем.